До Нового года нужно успеть сделать массу дел, например, купить подарки, выбор которых многие откладывают до последнего. О чем еще озабоченные жители Мурманска в преддверии праздника узнала Мария Ребенкова. Да, собственно, у меня все сделано. То есть вы уже готовы его встречать? Да, с внуками, с детьми и с наилучшими пожеланиями. Покататься на коньках. Наверное, приобрести подарки всем друзьям. Еще не успела, да? Еще нужно бегать. Да, вот бегаю. А ты? Побольше новогоднего настроения. Получить. Да. В преддверии праздника, что ты хотелось успеть до конца старого года сделать? В магазин попасть. Надо сдать все зачеты по химии и написать лабораторную работу. Мощно. Прочитать наконец-то книгу. Ой, всем подарки купить, успеть. Да. Хотелось бы. Посетить все экскурсии. Экскурсия? А вы не мурманчане? Нет. Приехали сюда погостить у нас? Купить подарки, приготовить еду. Ну, не знаю, честно. Я все вроде успела сделать. Да ничего, в принципе, все уже успел. Все сделали. Все, что хотели, все сделали. Так, стоп. Поставить цели на Новый год. А все остальные уже готовы во все оружие встречать, все, да? Все правильно, да. Экзамены сданы, можно веселиться. Нарядить комнатку свою. Вот стол, чтобы полный был. И полная чаша, как всегда в предыдущие годы. Не хочется падать духом. Мы готовы уже, пенсионеры, мы всегда готовы. Заранее, да. Подарки внукам купить. Подарки еще докупить надо. Все то, что не сделали в течение года с 1 января 2022. Там подарки всем купили уже? Купили. Вот еще купили, докупили, да. Сейчас. Да. Вот еще идем. Всем купили, упаковали. Да. Так что приготовили. Ой, ну, конечно, к столу приготовиться. Шикарный стол накрыть, шампанское. Ну, постепенно покупаем. Все. Ну и... Хочется себя привести в порядок. В общем, елку еще не поставили только. Собирайтесь. О, да. Собирайтесь. Обязательно. И на этом у нас все. Больше новостей смотрите на нашем сайте arctic-tv.rf и в официальной группе телеканала в социальной сети ВКонтакте. Далее вас ждет прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.